Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, рад приветствовать вас на канале Гороскоп. В очередной раз хочу попросить вас поддержать мой канал. Поставьте лайк и подпишитесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, ведь только так вы не пропустите ни одного нового прогноза. Ну а мы начинаем. Гороскоп на 19 июня 2020 года. Приятного вам просмотра! Поехали! Овен. Сегодня Овнам быть осмотрительнее в любых маневрах, в пути и в общении. Обстановка не ясна, легко спровоцировать сомнительную ситуацию собственными действиями. Не стоит включаться в переговоры, искать попутчиков и помощников, оказывать тайные услуги. Опасны любовные и прочие интриги, важно разбираться в подоплеке событий. В мотивах поступках следует найти явную или завуалированную связь с прошлым. Любовный гороскоп для Овна. Овнов в этот день звезды наделяют эмоциональностью и повышенной впечатлительностью. Не исключено, что вам захочется увлечь вторую половинку в водоворот флирта и любовных игр. Романтический настрой одиноких Овнов может превратить обычное общение в незабываемую встречу. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. У Овнов может возникнуть чувство дежавю. Сегодняшний день интересен тем, что вам, возможно, предстоит возобновить деловое сотрудничество с неким человеком, с которым раньше вы имели партнерский бизнес. Во всяком случае, в поле вашего зрения будут появляться люди из прошлого, и контакты с ними могут быть продуктивными. Телец. Сегодня у тельцов появится свобода маневра. Можно сменить стиль действий и рискнуть сделать что-то иначе, что-то совершенно по-другому. При этом вам лучше избегать суеты и двусмысленности. Начать с пробного шага, небольшого эксперимента. Не во всем стоит доверять друзьям и помощникам. Как и вы, они могут ошибаться, быть жертвами личного заблуждения или общей дезориентации. Не стоит торопиться с поездкой, покупками и платежами. Любовный гороскоп для Тельца. Сегодня не стоит рассчитывать на то, что ваши поступки будут поняты любимым человеком в полной мере. Скорее всего, взаимопонимание Тельцы могут добиться лишь с большим трудом. Одиноким Тельцам в этот день захочется спонтанных романтических приключений. Гороскоп карьеры и финансов для Тельцов. Тельцам следует смотреть вперед и ориентировать себя на работу в наиболее перспективных направлениях. Ваши личные инициативы и ваши идеи найдут понимание и поддержку у друзей и единомышленников. Постарайтесь смотреть вперед, в будущее, в перспективу. Не держитесь за сиюминутные дела, которые мешают вам увидеть новые горизонты. И не торопитесь тратить деньги на покупки. Близнецы. Сегодня близнецам придется включить осторожность, активизировать систему распознания скрытых угроз. Важно вовремя отслеживать признаки готовящейся интриги и зреющего конфликта. Стоит контролировать свою речь, избегать искажения смысла слов, агрессии и грубости, особенно если вы рождены в мае. Любой промах запутает ситуацию и усложнит путь, создаст проблемы в сфере карьеры, бизнеса и отношений. Любовный гороскоп для близнецов. На протяжении всего дня некоторые близнецы рискуют ввязаться в конфликт с объектом своей симпатии. Постарайтесь придать обсуждению оттенок конструктивности. Не исключено, что одиноких близнецов может беспокоить будущее в личной сфере. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Если близнецы работают в непосредственном контакте с начальством, то не пытайтесь противопоставлять свое мнение мнению начальства. Не торопитесь высказывать свои оценки, даже если вас об этом попросят. Сохраняйте субординацию и не забывайте об исполнительской дисциплине. В противном случае отношения с начальством могут ухудшиться. Рак. Сегодня лучший навигатор для раков – это собственное чутье. Также не сбиться с курса вам поможет связь с друзьями. В отсутствие их поддержки вы рискуете стать жертвой искаженного информационного поля или заложником чужого злословия. В этот день весьма вероятны помехи в виде сплетен, дезинформации, агрессивных пересудов за спиной. Не стоит выбирать эти сутки для начала переговоров или отправки в дальний путь. Любовный гороскоп для рака. Не исключено, что ракам придется столкнуться с некоторыми сложностями в сфере личных отношений. Если любимый человек преподнес вам неприятный сюрприз, постарайтесь сохранить спокойствие. Раскрепощенность в общении с противоположным полом принесет отличные плоды одиноким ракам.
Гороскоп карьеры и финансов для рака. Хороший день для тех раков, чья работа связана с использованием компьютеров и интернета. Вы сможете легко и быстро прояснить для себя любой информационный вопрос. Не стесняйтесь спросить ответы у знающих людей. Главное на сегодняшний день – это не потерять темп работы. Обмен мнениями и деловая переписка с иностранцами будут вам очень и очень полезны. Лев. Сегодня львам не помешает заново оценить обстановку на предмет скрытых угроз. Возрастает риск халатности и тайного вредительства, а также ущерба в результате прежней слепоты, лжи или небрежности. Полезно убедиться в четкой работе системы охраны, мониторинга, защиты денег и данных. Изучение возможных угроз и утечек стоит сделать частью любой работы, от которой зависит ваша безопасность или ваша репутация. Любовный гороскоп для льва. Львы, помните, что утро сегодняшнего дня намного гармоничнее вечерней поры. Если вы пока одиноки, не торопитесь делать оптимистичные выводы из знакомства, завязанного в первой половине дня. Львы, связанные узами обязательств, могут обострить отношения с пассией слишком командным тоном. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня для львов будут актуальными вопросы карьерного продвижения и контактов с вышестоящим начальством. Возможно, вам поступит информация, которая пойдет вразрез с вашими карьерными ожиданиями. Например, обещанное назначение на новую должность пока могут отложить, ненадолго, но тем не менее. Также продолжайте прилагать усилия в достижении поставленной цели, и тогда все у вас получится. Девы. Сегодня звезды советуют девам отказаться от переговоров, либо вести их максимально осторожно. Также сегодня не стоит начинать или возобновлять сотрудничество, включаться в конкурентные игры или в любого рода интриги. Вас могут спровоцировать, оболгать, выставить и в смешном или другом неправильном виде. Лучше отложить на время совещания и собеседования. Опасны признания. В безвыходном случае выручит дружеская поддержка. Любовный гороскоп для девы. Многим девам сегодня не стоит слишком откровенничать со своей второй половинкой. Вряд ли любимый человек в полной мере оценит вашу искренность. Одиноким девам желательно решительно отказаться от сомнительных или просто необычных предложений со стороны противоположного пола. Гороскоп карьеры и финансов для дев. У дев не самый лучший день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Ваш контрагент внезапно может изменить прежнюю позицию, и достигнутые предварительные договоренности зависнут в воздухе. Вместе с тем, это хорошее время для урегулирования юридических споров. Также может укрепиться ваша деловая репутация. Весы. Весов этот день лишит четких ориентиров, может подвести вкус, чутье. Романтизм возьмет верх над практичностью. Важные принципы могут меняться в угоду случайным желаниям. В некоторых ситуациях вам придется подстраиваться или притворяться. Вероятны промахи при выборе лекарств, косметики. Есть риск иллюзий в любви, в правовых, духовных и культурных вопросах. Возможно, идеализация чужого менталитета. Любовный гороскоп для весов. Скорее всего, информация, полученная в этот день весами, будет своевременной и нужной. Сейчас вы сможете правильно повести себя в острой ситуации, в которой вы оказались вместе с любимым человеком. Не исключено, что одинокие весы окажутся в плену иллюзий. Гороскоп карьеры и финансов для весов. У весов благоприятный день для возобновления ранее прерванной деловой переписки. Внимательно проанализируйте свои деловые контакты. Возможно, вам придет в голову ценная идея о каком-то резервном направлении для сотрудничества. Вместе с тем, это не самый лучший день для персональных контактов с клиентами. По возможности старайтесь делегировать эту функцию напарникам. Скорпион. Сегодня скорпионам помогает разбираться в нюансах обстановки их тонкое чутье. День склоняет к непосредству, любовным и другим интригам, сомнительным методам. К богатой палитре ваших личных чувств добавятся оттенки, спровоцированные общим фоном и порой не слишком подходящие вам по духу. Например, чуждая вам эстетика, музыка или стиль общения. Гнуть свою линию или подстраиваться – этот выбор, конечно же, остается за вами. Любовный гороскоп для Скорпиона. В отношениях с любимым человеком сегодня могут появиться не самые лучшие стороны вашего характера. Сейчас для вас стоит решить, менять ли некоторые черты своей личности или оставить все как есть. Одинокие Скорпионы сегодня могут воспринимать жизнь чересчур мечтательно.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодняшний день у Скорпионов может сложиться неудачно с точки зрения результативности при выполнении текущей работы. Возможно, вам придется браться за множество дел и не довести ни одно из них до своего логического завершения. Особую сложность представляют взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от критики в их адрес, и тогда, может быть, все пройдет нормально. Стрелец. Чтобы использовать события этого дня с пользой для себя, стрельцам надо тонко почувствовать его атмосферу, осознать свои возможности и чужие нужды. Психологически сегодня важно быть на одной волне с окружающими, уметь сгладить намечающийся конфликт и закрыть на что-то глаза. Практически секрет удачи будет крыться в вашей ресурсности, готовности быть спонсором, опорой или хранителем ценностей. Любовный гороскоп для стрельца. Стрельцам в отношениях со своей второй половинкой не рекомендуется отстаивать свои лидерские позиции. Будет лучше, если вы свои жизненные силы настойчиво направите на поиск баланса интересов. Звезды рекомендуют одиноким стрельцам отдать предпочтение отношениям, которые уже прошли проверку временем и, конечно же, стали прочными. Гороскоп карьеры и финансов для стрельцов. Это благоприятный день для тех стрельцов, кто работает в партнерском бизнесе, где нет строгой субординации нижестоящих перед вышестоящими по должности. Работа на равных с партнерами будет доставлять вам удовольствие, поскольку вопросы будут решаться вполне себе профессионально. Главное условие успеха – это ваша личная ответственность за результаты труда. Козерог. Козерогам этот день позволяет проверить степень своей чувствительности и уровень интуиции. Любые впечатления будут пропускаться сквозь внутренний эмоциональный фильтр, вызывать определенные воспоминания и ассоциации. Сложная сторона дня – это сентиментальность, нехватка ясности, четкости, цельности, конкретики. Вместо реального сочувствия информация или помощи может иметь место ложь и притворство. Любовный гороскоп для Козерога. Козерогам не следует ожидать от второй половинки каких-то невероятных достижений. Звезды рекомендуют снизить планку требований к пассии и наслаждаться спокойным и гармоничным общением. Возможно, одинокие козероги сегодня будут действовать на свой страх и риск. Гороскоп карьеры и финансов для козерога. Если козероги будут просто выполнять свое дело честно и добросовестно, то это будет наилучшей стратегией поведения. Делайте все возможное, но без излишнего фантазма. Самое главное – не ставить перед собой задачу непременно закончить какое-то дело. Именно на стадии завершения дел и проектов вы можете столкнуться с наибольшим осложнением. Водолей. Сегодня многим водолеям будет сложно удержаться от стихийного шопинга, особенно если есть желание побаловать себя и близких любимых людей приятными мелочами. Звезды предостерегают от чрезмерной рассеянности и доверчивости на этом пути, иначе возможны мелкие обманы, иллюзии и убытки. Но лишать себя радости тоже не стоит. День побуждает тягу к сладостям, вкусным напиткам и другим лакомствам. Любовный гороскоп для водолея. Водолеям стоит вести себя максимально корректно, чтобы добиться взаимопонимания с любимым человеком. В этом случае вам будет несложно убедить пассию в правоте своих аргументов. Сегодня одинокие водолеи рискуют потратить массу драгоценного времени на бесполезные контакты. Гороскоп карьеры и финансов для водолея. Достаточно сложно пойдут сегодня дела у тех водолеев, кто имеет отношение к посредническому и торговому бизнесу. Ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. Воздержитесь от заключения торговых сделок с оптовыми партиями товара. Не следует никому доверять на слово. Некоторые обещания так и останутся неисполненными. Рыбы. Сегодня рыбы зависимы от своих сиюминутных капризов и давних слабостей. Более того, склонны все активнее им потакать. У вас может появиться желание реализовать старую прихоть, купить одежду, духи, подарок, украшения, красивую мелочь для дома или салона авто. При выборе лучше ориентироваться на свое чутье или на проверенные авторитеты. Популярные советы и мнения домочадцев лишь собьют вас с толку. Любовный гороскоп для рыб. Не исключено, что сегодня привычные обязательства перед любимым человеком могут приобрести для рыб новый, более глубокий смысл. Для одиноких рыб этот день может быть временем, когда чужое вмешательство в устройство личной жизни оказывается особенно непродуктивным.
Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня звезды советуют рыбам провести ревизию своих расходных и доходных статей бюджета. Подведение финансовых итогов за некий прошедший период даст вам много-много полезной информации. Возможно, это удержит вас от импульсных финансовых расходов, столь характерных для сегодняшнего дня. Воздержитесь от покупок по кредитной карте. Вот такой получился у нас сегодня прогноз, хорошие мои. Я желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. Ну, а теперь обещанный маленький детективчик.